Всем привет, дорогие друзья! И в этом видео я хочу показать вам вот такую вот классную лего-самоделку. Это настоящий банкомат из лего. Сделал я его из желтых и черных деталей. К нему у нас есть ключ, и именно с помощью этого ключа я смогу достать оттуда деньги, которые лежат у нас в банкомате. Вот так вот банкомат выглядит со стороны. Ну и давайте же я вам покажу, что банкомат реально выдает деньги. Итак, я вставляю сюда ключ. Потом выталкиваю и достаю деньги. Толкаем и получаем еще купюру. И так можем делать, пока купюра не закончится в банкомате. Ну, здесь я уже не положил сюда купюру, потому что у меня ее просто не было. Дальше. И последнее. Всего сюда можно загрузить 5 купюр. Но сейчас давайте я вам покажу механизм этой самоделки. Дело в том, что в этом банкомате у нас есть вот такая вот деталь. Она выглядит вот так. И с задней стороны мы ее сталкиваем вот так вот. И смотрите внимательно. Я ложу сюда купюру. Затем беру карточку. И вставляю ее вот сюда. Вот, вставляю ее полностью. Тем самым пластина убирается и купюра сюда падает. Затем сзади я подталкиваю ее. И купюра вылезает. Ну вот так вот работает наш банкомат. Но если ты хочешь, чтобы я показал тебе, как собрать эту самоделку, то погнали. Но перед началом ты поставь лайк и подпишись на канал. Итак, мы собрали эту классную самоделку. Но ты в комментариях напиши ей оценку от 1 до 10. Поставь лайк и подпишись на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока!